Конфликт возник с первых секунд встречи. Яндарбиев хотел сидеть за столом напротив Ельцина. Вот, давайте поговорим. Я приехал с вами решать эту вопрос. Я согласен с вами решать. Мы не равны с вами. Мы не равны с вами. Если так и будет не равны, мы должны решать. Нам уже только это не будет решать. Садитесь. Смотрите, как я с таким тоном не сяду. Садитесь. Я не сяду. Нормальный тон. Давайте мы... Садитесь. Мы поговорим один на один. Нет, один на один мы не поговорим. Если тогда я вообще буду... Садись, пожалуйста. Я не сяду. Не можете меня сядать. Надо, чтобы прокатить кровь, поэтому... Мы хотим этого, я... Хватит, отвоевались. Я хочу с вами поговорить. Я думаю, что вы потом будете выигрыши. Отвоевались. Давайте мы... Я прошу сесть с этой стороны. С этой стороны. Через полтора часа непростых переговоров была подписана договор.